Привет! Сегодня покажу вам рецепт яблочного пирога с шоколадом. 2 трети стакана сахара, 1 чайная ложка ванильного сахара, 100 грамм размягченного сливочного масла. Взбиваем миксером 1 минуту. Затем, не прекращая взбивать, по очереди добавляем 3 яйца. Взбиваем еще 1 минуту. 50 грамм грецких орехов измельчаем блендером. По желанию можете использовать миндаль или фундук. Всыпаем орехи, 200 грамм просеянной муки, щепотку соли, соду, корицу по вкусу и, по желанию, цедру апельсина, у меня сушеная. Перемешиваем до однородности. Берем 1 плитку экстра черного шоколада и нарезаем на небольшие кубики. Эти кусочки потом будут попадаться в пироге, как шоколадные капли. Добавляем шоколад к тесту. Перемешиваем. 3 средних плотных яблока чистим, вырезаем сердцевину. Нарезаем на кусочки. Добавляем к тесту и перемешиваем. Прямоугольную форму средних размеров застилаем бумагой для выпечки. Выкладываем тесто, разравниваем. Выпекаем 40 минут при 180 градусах. Готовому пирогу даем остыть. Посыпаем сахарной пудрой. Пирог получается очень сочный, и за счет шоколадных капель он на вкус как настоящий шоколадный торт. Минимум усилий, и у вас получится обалденный пирог. Обязательно попробуйте. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если понравился рецепт. В описании под видео есть активная ссылка на другие праздничные рецепты. До скорых встреч на канале TasteyWeek.